Данное видео записывается не для новичков, а для тех людей, которые когда-то обратили внимание на группу компании Skyway, стали инвесторами или все еще присматриваются, изучают информацию и взвешивают все риски. Главная задача – донести до вас очень важную информацию о специальной акции, которая приурочена к завершению пятого этапа развития и перехода компании в шестой этап. А всего, согласно бизнес-плану, у нас 15 этапов развития. Но обо всем по порядку. Прежде чем продолжить смотреть это видео, рекомендую вам ознакомиться с видеороликом, который появился у вас на экране. В нем подробно рассказано, какая огромная эффективная работа была проделана за пятый этап развития проекта. Кликните на это видео, и оно появится у вас в новом окошке. Ну а теперь о главном. Президент группы компании Skyway, главный конструктор господин Юницкий Анатолий Эдуардович сделал нам всем потрясающий подарок, а именно до 8 декабря у вас есть возможность приобрести пакет акций Skyway с дисконтом 1600. Что это означает? Давайте разберемся. Мы находимся внутри личного кабинета корневой компании, расположенной по адресу rsvsystems.com. Всего вам предложено 3 пакета по 50, 100 и 250 долларов в месяц. Давайте разберем, в чем состоит смысл акции. Смысл акции состоит в следующем, что компания вам предлагает, чтобы вы в течение 10 месяцев инвестировали одну и ту же сумму, например, 100 долларов. И в конце 10 месяца вы получите себе на счет 600 тысяч акций. Почему рассрочка именно на 10 месяцев? Потому что в течение 10 месяцев планируется строительство и сертификация транспорта городского и грузового. Более подробно вы можете узнать, просмотрев данный видеоролик и также изучив информацию на сайте в личном кабинете. Моя же задача — показать вам вашу выгоду. Предположим, совсем недавно, когда не было данного промоушена, за 100 долларов вы смогли бы приобрести только 10300 акций. Предположим, вы выплачиваете по 10 раз, да, то есть в течение 10 месяцев. Соответственно, 10300 акций мы умножаем на 10 месяцев, итого вы бы смогли бы заработать всего лишь 103 тысячи акций. То бы менялся дисконт, потому что менялся бы этап, и у вас бы здесь по итогу получилось бы, ну, тысяч, наверное, 50-60, да. Здесь предлагает вам компания именно 600 тысяч акций, то есть выгода очевидна, 103 тысячи. Читаем, да, за ту же сумму получаем 497 тысяч акций. Умножаем на средний курс доллара, итого 32 миллиона 305 тысяч рублей. То есть здесь решать вам. Вы можете эти 100 долларов отдавать, например, за 6 iPhone, да, плюс. Или, например, вы можете эти же деньги вложить, да, в свое будущее и по итогу заработать 32 миллиона минимум рублей. В любом случае решать вам. Еще давайте рассмотрим один интересный пакет за 250 долларов. Из-за него предлагают 1,5 миллиона акций. Давайте перейдем опять в пакеты акций. Что мы видим? Чтобы сейчас купить 1,5 миллиона акций, вам необходимо проинвестировать минимум 5000 долларов. 250 мы умножаем на 10. И получается 2500 долларов. То есть разница в два раза. Данное предложение открывает перед вами следующие перспективы, о которых вы должны знать и понимать. Не за горами тот день, когда придут крупные инвесторы и выкупят оставшиеся акции. Чтобы вы поняли, что я имею в виду, совсем недавно, а именно 17 октября 2015 года, поступили заявки на приобретение 5 крупных объектов экотехнопарка на общую сумму 6 миллионов долларов. На вашем экране появилось видео, которое подробно расскажет вам об этом замечательном событии. Данная акция проходит также в фонде Skyway Capital и Skyway Invest Group. Подведем итог. Все строится, развивается, идет в срок. Все, что Юницкий Анатолий Эдуардович говорит, все выполняется. У вас есть сейчас уникальная возможность приобрести акции с большой скидкой, с большим дисконтом. Подобное предложение больше не поступит вам. Вы можете сейчас зафиксировать дисконт и спокойно выкупать акции каждый месяц, не боясь того, что акции могут в любой момент закончиться. Рекомендую вам еще раз самостоятельно все изучить, углубиться в данный вопрос, связаться с человеком, который дал вам это видео, составить предварительно список вопросов и пообщаться с ним в скайпе. Также посетить вебинар Александра Мынко и подробно узнать об этом предложении.